Приветствую гости нашего канала. Это короткий обзор системы контроля давления в шинах. Ссылка на товар будет в описании. С вас подписка, комментарий, ответьте взаимностью. Данная система контроля пригодится почти каждому водителю авто. Она отображает температуру и давление в каждой шине на большом ярком дисплее. Заряжается от солнечной батареи или USB. Датчики устанавливаются под крышку. Работают точнее внешних систем. Автоматически включается при старте двигателя и выключается после остановки машины. Реагирует на вибрацию, также в случае прокола. Гаджет уведомляет водителя о проблеме с помощью звукового сигнала. Устройство универсальное и подходит к любым автомобилям.